Я все знал, что нужно делать в городе. Я знал все, что, на что нужно потратить деньги бюджетные. Я мог рассказать это лучше всего другого. Как только я стал работать в бюджетном учреждении, а теперь работаю уже в государственном аппарате, в муниципалитете, я стал меньше думать, что я что-то знаю. Я знаю только одно, что система безумно тяжела. Система, в которой вот сегодняшняя, и бюджетная, и законодательная. И на мой взгляд, если бы я не был чиновником, я бы сказал, что ее, ну и даже будучи чиновником, я скажу, что ее надо не просто менять, да, как бы, а ее, вероятно, нужно перекраивать с нуля, всю эту систему. Она сложна, она двусмысленна, она противоречит одно другому, но я сейчас не про это. Я говорю о том, что сделать человека счастливым и заставить людей жить в этом городе невозможно законами, невозможно муниципалитетом, невозможно чиновниками. Чиновники – это механизмы, которые работают для того, чтобы работал водопровод, канализация и все остальное. Город создают люди. И людям, если в этом городе людям комфортно, они здесь живут, они приносят опять же эти же деньги, поэтому город должен зарабатывать с людей, которые живут. Чем больше людей, чем больше творческих, чем больше там бизнесовых и так далее, тем больше, соответственно, город зарабатывает и может больше там сделать картинки. Поэтому задача муниципалитета – сделать город комфортным для жизни. Но сегодня физически мы видим, уменьшается количество жителей, но не только в городе, но ведь и в стране. Мы не можем построить счастье в отдельно взятом городе. Мы все равно часть сегодняшней ситуации общественно-политической в стране. Да, можно и нужно делать лучше, что это. Но это прежде всего как бы горожане яркие, талантливые, бизнесовые, если при этом муниципалитет не мешает им развиваться.